Спасенный котенок дальневосточного леопарда Лео 260М побил свой охотничий рекорд в центре реабилитации в Приморье. Подросток смог добыть второго в своей жизни оленя всего за один день, после того, как сменил молочные зубы на коренные. Оценивать навыки выживания хищника рано, но его развитие идет успешно. Первый раз опробовать свои охотничьи навыки на крупном копытном молодому леопарду предложили в конце осени прошлого года. Тогда котенок прожил с добычей в вольере несколько месяцев, изучал незнакомое животное, учился, делал бесчисленное количество попыток подкрасться и напасть. Победа случилась уже в этом году, когда его возраст приблизился к 10 месяцам. Нового оленя запустили к зверю через 2 недели после первой успешной охоты, и на этот раз леопард добыл зверя намного быстрее.